Давай попробуем еще раз. Дадим игрушечке еще один шанс. Вот решила порадовать своих котов осенними листиками. Мама, иди посмотри, что это. Нет, Паму листья не очень впечатлили. Зато ирис по достоинству оценила кайф от ароматов осени. Как только я насыпала листья в коробку, она тут же устроилась на них. Она пролежала в этой коробке, почти не вставая, около 2 суток. И даже бедный Бама, который первым забил право собственности на эту коробку, вынужден был удаляться ни с чем. А чтобы Бама не обижался, ему я тоже решила придумать интересное занятие. Вот на одном из сайтов интернета вычитала схему изготовления такой вот игрушки для кота своими руками. Просто в обычную коробочку вставляются картонные трубочки из-под рулона туалетной бумаги. Все склеивается вместе. Вот на дно я положила шарик такой и шарик от люстры обычный. Вот, чтобы он там вот так катался. И считается, что кот будет, значит, лезть туда лапой и пытаться этот шарик достать. Ну и вообще поочередно будет лезть лапами в эти трубочки. Что это якобы очень хорошая игрушка, вот интересная для кота. Вот надо на Баме ее проверить. Бама, иди сюда.
Ну что, мама, скажешь? Игрушка, похоже, не работает. Мама, а давай попробуем еще раз. Дадим игрушечке еще один шанс. Подожди, подожди. Да. Да, я просто опущу вот так вот, вот. Видишь? Удочку сюда. О. Вот, молодец, мама. Наконец-то лапа твоя была в этой трубочке. Давай попробуем еще. Оп. Мама, я не попадаю. Молодец, мама. А теперь попробуем без удочки. Круто. А тем временем Ирис все дрыхла на подстилке из листьев. И даже еду я приносила ей прямо под нос. А чтобы выманить ее из коробки и освободить ее для Бамика, пришлось сделать ей более соблазнительное предложение. Ирис?